Donc, нормально. Что-то нам везет. Там второй идет, осторожно. Уже нет. Давайте трешку боковой снесем, чтобы для этого места освободили. Нормально. Чего это стало, да? На поле что ли? Это хилы подыхают. Оставьте ничего, пожалуйста, кто-нибудь починится. Спасибо.
Нормально. Проходы, трэш, приведите немного. Пиво, ты тут? А? Заходи в рейд. Ищи? Чего? Я говорю, суманите. Идем сманем. Весь трэш не надо собирать, так только здесь вначале то, что чего делает. Мы поняли буквально. Шкаф смонти всех. Полнено. Потому что сейчас порт поставят, я выйду и зайдешь. Значит, войд на боссе. Танкуешь его вместе с хантом. Андонидас танкуешь. Креста потом забираешь ханта. Долорус в танк, держишь шамана в проходе. Так, у меня креста потом. Так, а кто у нас тут прист? Звезда, прист. Ага, понял. Крест. Понял. Танкуешь здесь, где вот я стою палом, видишь меня? Да. Ага. Так, вот тут, да? Понял. Вот за колонну. Вот. Нет, не за колонну, просто вот здесь вот ставишь, танчик. Ага, понял, все. Ты точно запомнил место? Бак повысить сопрот, пизжу. Нужны сопрот на этом 8. Рыбу поставьте. Чек на АФК. Бьем, не бьем? Сопрот фу бьем. У вас БР в жопой жуй. Кто шестой сил? Медведа ешь. Ты шестой хил медведа ешь. Чё по хилам, кто на танках сидит? Телеграм хилит
Халфейна, наша маня. Дальше вы сами разберетесь. Бафы пуста, можно? Паладинша еще АФК, ждем ее. Чудо-паладинцев, похожу один, да? Это про ретри было. И про ретри, блядь. А ты, Вага, пробовал в соло ходить, соло, нет? В 25 бутыка закрывал на офе. Это типа в катаклизме, а потом в ЦОКа ходил? Нет, это без катаклизма. Норси, ты с нами? Написал, что и отойдет на 5 минут. Да, я помню. Ну, ждем, куда деваться, у нас хилов нету. Кирс, не хочешь на пусть зайти похилить? Хотя бы этого босса. Там одну кнопку жмешь и все нахуй. Короче, на одного частицу кидаешь, а потом хуяришь одной кнопкой. Мана кончается, просишь маны и все. Замены кто живой? Ну, я там живой, но я бы лучше целиком потом пробежал. Мне сильно. А все, Кирс, отбой. Заходи обратно. Бинды уже поставил. Там по-любому, пока в аккаунт заходил, еще и гайды попутно посмотрел. На норте Халфейн танкует шамана у прохода, ты его хилишь. Чек на баф и пул.
рыбу поставьте. Пристабав там, обновите. Интеллект тоже можно. Стоит рыба. Пиво по телеграмму баф обнови. Чек на пол. Дайте пристабав. Энджи, поднимай кирс. Падаем. Давайте. Можно не падать, завалить можно. Хилы и танки достают сапрота и пьют. Пиво кинешь, метроид. Сухопутная мразь. Такой босс грубый, блин. Такие слова. Тима, резь не по телу, по-братски мне. Где ты умер? Я не могу твое тело найти. По серединке? Туда, ближе левой платформе. Между ней столбиком. Кстати, я не вижу. Бля, куда ты мой? Ставьте шкаф. Он в проеме, по-моему, где-то там, блядь, валяется. С банка, кто может, хилы, танки, доставайте сапрот и пей. Баф обновлять шустрее. Джипс есть, ребят, кого?
чек на баф и пул. Контанился, потом крест забирать, да? Да. Все, понял, второй крест взял. Ты починил спил, готов, нет? Бладласт. Шаманов мозгов, что ли, не хватает, не понимаю. Нахуя нам хилить танка, который танчит, блядь, два босса и еще мелкого спороската? Нахуя надо, да? Я, по-моему, сказал, что телеграм хилит ДКшника. А другие хилы чего? А сориентироваться сами не могут. На первый пул вы его уронили и ГП не получили. На этот пул два шамана получают посуду. Продолжите дальше в таком же духе, будет по 200 уже. Ну как, давай Антонидас возьмет и этого ханта. А ДК вот... Медведь пачку эту, которую я танчил, потому что у него 4 куска и вторая прожимка есть на 20%. Хелфейн танчит приста, а я шамана подержу. Хелфейн там Т4 сдаст на рейд. Ну давайте поменять, окей. Сейчас подумаю, я себе чарку на огонь. Огонь это до пизды, там физуха. Пест ГЦ с 4 кусками. А как он паладина складывает? У него же постоянная прожимка есть, то есть там прям по КД каждые 8 секунд его прожимать можно. А как она называется, не помню. Прожимка БКС юзера называется. А где адванс? И к чему я это сказал, типа, ПДПшка С? Кусок забрал, блядь, четвертый. Мой? Почему мой, блядь? Баф обновлять, ставьте рыбу. Танк, я надеюсь, вы поняли, как поменялись. Да.
ты эту бабу Делорус. Норси, ты хилишь Войда. Дживса поставьте у кого. А ладно, слышь, Пиво, телепортнись с уманием обратно, видимо, КД у всех. Не надо так уж линковать. Я да, пока стоим, я сейчас кое-что беру. На баф на полчек. Хватит спамить эту хуйню. Мне это вот неинтересно. Андане из-за чего не хватает. Да я тут. Дживс, вон он стоит. В чё, блядь? Не видно что-то? Чек на пул еще раз. Медведи. Нет, не уроните. Анта, заберите с рыда. Из Анта на пульт. Ската соберите с паладина. Дарт, встать можешь? Уже встал. Там ветерок был, поэтому не вставал. Энджи, поднимай это ночью. Не передаешь Скандера. Телеграмм помогайте подхилю. Манус, явно какая-то проблема с тем. Венхи его не ставят, наверное, просто. У нас два хила. Хилы тоже не ставят. Там же какой-то этот мана. Или отхил какой-то. Нет, там либо сопрот, либо.
да, там ветра же, да, там? Силы ставят, только его постоянно переставлять, чтобы магом... Перепахит сейчас упадет. Ну, ты понимаешь, что он для всех РДД действует? Даже для тебя. Сейчас пойду заберу босса, чипсом зальешь иннер Антонидас. А не надо забирать. Иди залей. У меня фрейм не вылетит, я забить не смогу. Блять, выбери и залей. Мне же робот надо, блядь. Кого выбери мышкой, тыкни. Какой, блядь, ты угораешь? Иди заливай. Чё там тотем просто отец? Войд, подними все. Иди босса подержи, фулфейм. Еще кого поднять надо? Ты 4 настапишь там. Бэль суету. Мне не надо босса держать, чтобы ее стакать. Антонидас, стрелок. Мне говорит, тревога, надо, блять. У меня весь интерфейс почти полетел, у меня только два макроса, блин, работают, и все, вообще ничего сделать не могу. В следующий раз прямо время боя ревогайся, нахуй. Не, фреймы бы нужно для друида. Ты так и не дал эндер, я так понял, да? Да я шаману сдал. Шаман, там где-то нашел. Суперстар, тебе ноги-то опять не нужны?
Посмотрим. Чек сделаем. Продолжим и продолжим. Сейчас ГП будем читать, думаю, вы поймете все, что. Классика, ебать. Мозг подкурили. Личку почти. А, видел, кто это сделал. Кто? Не убегайте, вас не резнут-то. Танки сами с пулей приведут, за ним ходить не надо.
Сейчас фан проведу. Отзыри, стрэш. Калфайн на боссе не видим, а трэш будет. Там по мне доступ стал, нет. Два медведя на трэше, Халфейн на боссе. Чек на пул. Рыбку поставьте. Чек на пол. С центра уйдите. Да поглотит вас пучина. Я первую пачку заберу. Водите, я остаюсь, пока. Даркис раскол. Фарада, инвиз. Дайте сальву под Аркису. Все, вали.
Спиннер просто. Тихо, куда? Видно. О, сплетение, не рад. Нихуя себе, сплетение упало. Чё, Радвар, ты забираешь, да? Наверное, если никто не забирает. Вроде никому, мне кажется, не надо. Данинес, на мейнспек медведя я эту треню не отдам. А я эту заменить. Хотя это не треня на танка. Порофлил парень. Я просто эту хочу заменить, как ее, боевой знакер. Просто... Делают чек. Кто хочет закрыть сегодня, ЗС жмет да, кто нет, жмет нет.
Может, пока трэш почистим, чё стоим просто так? А там все тут. Бага вылетел просто. Слышно? Там только ГП я вижу. Нет, ЕП не было за Марагрима. Может, хватит сраться в... А в журнале почему-то отображается, что типа начисление было до того, как меня... В гильчате не было анонса? Нет, ни в чате, ни в журнале нету. Ладно, сейчас. Что там, даже пан поучаствовал, что ли? Как так? Или это выше-выше надо читать? Собственно, народу было много, кто не хочет сегодня закончить. Давайте раз задним убьем. ЗС, поэтому ЕП я начистил, в принципе, ровно сегодня. Пану, ты за давайте что? Подальше пойдем, большой сейчас уйдет. Фарад, ты тут? Пану нахуярил такой. Ладно, сейчас охоту буду собирать. Протонусь. Типа объем что-то остался, блин. За что там ГП летит? Что произошло? Да срут.